производстве используется практически 100% российское сырье. То есть это кожа от крупнейших российских производителей, такие как «Русская кожа», «Рязань». И овчина, она тоже используется исключительно от российских производителей. То есть мы ее покупаем в регионах, то есть это Киров, Казань, Пятигорск, Чувашия, Башкирия. Овчина – это один из самых таких старых материалов, которые используются при производстве одежды и обуви. Ну, во-первых, она очень хорошо сохраняет тепло, даже когда человек неподвижен. Овчина – это материал, который дышит, в отличие от многих синтетических тканей.